Друзья, буквально на днях вот эта вот международная валюта обновила исторический максимум в 38 рублей. Так уж вышло, что товар мой совершенно не российского происхождения, и мои поставщики очень сильно завязаны на курс. К сожалению, вынужден поднять цены на бруталики, вынужден идти за этим дурным курсом. Если доллар будет больше 40, видимо, придется поднимать еще. Если опустится хотя бы до 35, я постараюсь вернуть цены на место. На складе не осталось ножей, купленных при курсе 32. Поставщики душат, реалии 38. Горестно, жалко, но покупать дороже, чем продаешь, не могу себе позволить. Прошу понять и простить. Друзья, хороших нам ножей и хорошего нам курса.